Помните, я называл этого Дракомак, он вроде. Если я не ошибаюсь, я его назвал Халком, зеленый перекрасил. Здесь он друид. То есть я автоматически его зеленый перекрасил. Это без вообще без Б. Давай посмотрим, что он из себя вообще представляет в этой версии. Тоже грузится долго будешь. Не, слушай, быстрее. И у нас тут пробежечка. С чем ты там у нас бегаешь? Палочкой. Какая прелесть. Толку от этой палочки. Ну, пошли почешем языком с драконом. А дракона-то и нету. Где дракон? Ёлы-палы. Ну понятно, мы здесь можем превращаться в медведя, я так полагаю. Хотя было бы неплохо так. Так, набедренная повязка. Зачем мне два комплекта их? Ну, хотя, примерно предполагаю. Да? Нет, мы здесь перевоплощаемся в волколака. В оборотня по-другому. Ну такое приличное время, конечно. А больше, по крайней мере, чем 15 секунд или сколько там, 20, он может в дракона превращаться. Сейчас обратимся обратно. И посмотрим. Так, у нас здесь волколак. Так, это у нас что за хрень? И вот это вот, наверное, я себе сейчас воткну. Регенерейшн. Не понял чего, ну ладно. Дядь, отпусти. Спасибо. Заставку уже седьмой раз, наверное, вижу. Ты со мной идешь-то? Так, мы можем с собой волка призывать на помощь. Как любопытно. Эй, блохастый. Секунду. Путаем его какой-то лозой, да? Ну такое себе. Вот я хочу это попробовать. Он мне на обезьяну больше смахивает, если честно. Ну да, как горилла бегает. Бедные вервульфы. Вот это их обосрали.
Тоже, в принципе, неплохо. Ну, жопа-то толстая. О, да, конечно. Сейчас будем сюда протискиваться полчаса. Да ладно. Не, ну в принципе мне нравится. У него еще и щит плюс становится, смотри. Это вот довольно-таки забавная тема. А, погоди, это время? А, так вот время показывается. Прикольно. Скорость передвижения, в принципе, да, ёлы-палы. Он сейчас открыть не сможет. Да. У животных же нет больших пальцев, да? Стрелять с оружия они не смогут. Но я же не с оружия стреляю, пытаюсь дверь открыть. Мог бы с ноги ее выбить. Или открыть хотя бы. Итак, давай-ка мы посмотрим кое-что другое. Вот это вот. Угу, очень полезно. Так. Концентрейшн, скорее всего. Это вот это вот выберем, пофиг тут. Он и боец ближнего боя одновременно, еще фиг кто поймешь. Я не скажу, что мне это в принципе нравится, но опутать лозой одиночного противника, босса, было бы неплохо. Ну блин. Не очень подходит к данному миру. Бежали быстрее, а то надоело. Как-то медленно мы пешком ходим. Ой, идите сюда. Что? Чуть не убило? Серьезно? В облике дракона его вообще-то даже никто урон причинить не мог. Обалдеть. Его чуть не убили, ты прикинь? В принципе, нормально. Так, только вот эта лоза, уберем ее на это. Это что сейчас было? Это что сейчас было такое интересное? О, мне понравилось.
Так, волчонка я убираю. Да зачем мне здесь волчонок? Приветики, как валяется? А, ну слушай, довольно-таки интересно у этого заклинаницы, так сказать. Ладно, у меня такой быстрый обзорчик. Осмотр. Закончу, пожалуй. Пока на этом все довольно любопытно. Надо поподробнее каждого здесь героя изучать. Каждого надо прокачивать конкретнее. А это так, я хотя бы посмотрел первоначальный скилл. Ну довольно неплохо. Ладно, всем удачи, всем пока.